войны в Сирии и в Украине. То есть это общероссийский марш мира, который предложила партия 5 декабря, партия Парнас, Солидарность. Вот. И во всех городах эту акцию поддержали. Мы решили поддержать эту акцию. Страдают у нас люди. Некоторых убивают, некоторых сажают, вот как Ильдара Дадина, да, то есть вот мы сейчас с ним выступили, потому что он тоже был против войны в Украине, он был против войны в Сирии, поэтому мы решили поддержать их, то, что их сейчас, сами знаете, как пытают в тюрьмах. За что он сидит? Он сидит за такое же мероприятие, которое мы сейчас здесь проводим. Герой Дырявый. Он провоцирует. А, я провоцирую. А, молча смотри, да? Политзаключенные, позор режиму Путина, да? Дело в том, что насчет провокаторов я могу сказать точно, потому что, видимо, в СМИ прошла информация, и люди специально запаслись. Ну, то есть вот человек молодой стоит там, сейчас с полицией разговаривает, у него удостоверение Украины и города Луганска. То есть он говорит, что я из Луганска, и я представляю интерес Луганска. Поэтому вы не имеете права здесь вешать флаг Украины. Люди у нас все еще верят в доброго царя. То есть есть Путин, который никогда не врет, который никогда не обманывает, и люди ему верят. То есть процентов 90, я думаю, что Левада не ошибается в этом случае, что 90% ему верят. А он лжет на каждом шагу. Вот он 28 февраля 2014 говорит, мы не собираемся вводить войска в Крым. Это полная чушь и полная ерунда. Проходит месяц, он же говорит, это российские солдаты? Нет, это были силы самообороны Крыма. Потом говорит, 17 апреля, за спиной сил обороны стояли наши военные. А уже 15 ноября, он говорит, а мы не скрывали, что там были наши военные. Гаагский суд будет решать, будут они судить в дальнейшем нашу страну или не будут. Если они к этому придут к выводу, то я не знаю, что будет. И пострадаем-то мы с вами. То есть в первую очередь мы будем страдать. Денег-то всем по кайфу, не заплатишь, и правильно. Не, почему? Можно заплатить. Ни одна партия. Россия – это самая богатая страна в мире. Ну так вот, по определению. Спору нет. Самая большая, самая крутая, что история великая. Можно. У нас столько нефти, столько газа, столько металлов, столько золота, там все есть, что. Если, мне кажется, даже каждому тупо раздавать бабки, мы будем вообще в шоколаде все. Тут даже дергаться не надо, в принципе.